Всем привет, вы на канале Папа Фан 2 Машинки. И сейчас поиграем в MMX Hill Climb. Друзья мои, я покажу здесь, что новенького, что здесь прикольненького, в принципе, в этой игре есть. Так, ну, я как бы еще, по-моему, не все трассы прошел. Давайте посмотрим, какие я еще не прошел. По-моему, последние какие-то связанные с... Так, трасса Вулкан, по-моему, называется. Вулкан Этап 3. Вулкан Марафон. Нет, я все прошел, но единственное, что не везде я побил рекорды. Так, рывок марафон. Чуть непонятно, я здесь, похоже, совсем не ездил, да? Похоже, что не ездил. Давайте начнем с город рывок. Посмотрим, что мы здесь можем делать. Так, лидер у нас здесь, как обычно, Лёшка. И он проехал эту трассу максимально быстро на... На какой тачке? На тачке. Да что ж ты будешь делать? Здесь очень много тачек. На гонщике, по-моему, да? SX1. У меня гонщик GT. Гонщик GT, гонщик SX1. Можно импортировать, друзья мои, и открыть следующий цвет. Новый цвет грузовика откроется у нас. Новая модель, новый цвет грузовика. Но характеристики остаются такими же. То есть 12 у нас максимальная прокачка остается. Предыдущих тачек у нас вот самый первый у гонщика 10 максимальная прокачка. У второй гонщик GT у нас 11 макс прокачка, да? А у этих уже и последующих гонщиков у нас просто будут меняться цвета, а прокачка остается на уровне 12. Так, у нас какие-то тут подарки. Продолжить. HTV, понятно. Здесь мы можем с вами посмотреть время лидеров. Так, Джефф Сулига за 39.22 проехал. Открыт бесплатно. Давайте-ка поставим на нашу гоночку его тень. Его тень поставим, ребята. Так, вот он рядышком с нами на оранжевой тачке. Так, оранжевая тачка у нас, ну, скорее всего, тоже прокачка номер. Ну, максимальная прокачка 12 уровень тоже, да? То есть оранжевый, на оранжевой тачке. У нас первые две тачки. Красная десятка и синенькая у нас 11 уровней. А уже последующие, я уже говорил вам, идут у нас прокачка 12 уровней. Что-то у нас пошло не так. Смотрите-ка. Пошло что-то у нас не так. Опять отстал. Опять отстал. За 39.22 он проехал. Ничего себе, за 40 секунд практически. Блин, да что ты будешь делать? Ну я явно его не смогу догнать. Я его уже не догоняю. Но здесь, конечно, мы разгончик набрали нехиленький такой. Смотрите-ка. Их ты, вот это да. 42 секунды. В принципе, ботов-то я обогнал, этих, как его, создателей игры. Лёшку, Ксению и Олега, да? Забираем, соответственно, на G-монеточки. И что еще? Может попробовать еще заездик сделать, побить рекорд. Давайте посмотрим вообще, на каком месте я пока нахожусь в общем рейтинге. У нас 42... 49. Ух ты, здесь я вам скажу, 890 место игроков здесь просто куча, друзья мои, игроков просто куча. 890 место, я пока на этом месте стою, да? Ничего себе. Вот это да. Вот это да. Вот это конкуренция, я понимаю. Вот это да, игроков очень много играет в эту игру. То есть игра сама по себе не заброшенная. Да, вы сами видите, в принципе, игроков здесь очень много. Нереально много игроков. Блин, я не могу его догнать. Блин, все пошло не так, все пошло кувырком. А что ты будешь делать? Нет, сократил, не сократил. По-моему, чуть немножко, да? 41.56, и я, получается, скинул сколько мест... Сколько мест я скинул? 41.56.
522, ну, 300 мест я скинул. Блин, я вам скажу, очень даже интересно вот так вот пробовать бить рекорды гонщиков. Да? Бить их рекорды. Я вам скажу, очень даже весело. Так что, ребят, пишите в комментариях, кто играет в эту игру. Нравится вам она или нет. Блин, нет, все пошло не так. Раз у нас было намного лучше. Так, давайте, ладно, последний заезд и перейдем с вами на другую трассу. А то на одном месте толкаться тоже как бы не вариант. Не вариантик на одном месте толкаться. Поэтому сейчас мы с вами погоним с вами. Так, кажется, я его немножко догоняю, да? Или нет? Наверное, нет. Все, колбаса началась, уже все. Я его точно не догоню. Да, нет, ребятушки, 37, 39, 40, 41. Не-не-не, совсем плохо. 42, 86. Все-таки я хочу более-менее еще немножко улучшить свой результатик. Бэмс. Отстал, что ли? Здесь главное газ не трогать. Блин, да что ты будешь делать? Обидно. Может, все-таки улучшим свое время? А, как вы думаете? 40, 41. Нет. Опять плохо. Короче, так можно сидеть вечно. Давайте перейдем, наверное, Пустыня рывок. Давайте здесь посмотрим. Тоже оставляем нашу золотую тачку. А чё-то мы с вами... Так, начать снова. Чё-то мы с вами не выбрали никого. Никакой день мы с вами не выбрали. Так, 47.09. 45. Открыть сейчас. Открыть бесплатно. 45. Ничего себе, за 45 секунд кто-то проехал. Ну, мастер. Молодец, красавчик. Наверное, долго сидел, мучился, да? Если долго мучиться, что-нибудь получится. Да что ты будешь делать? Что-то я, похоже, не так сделал. Вау. Что здесь происходит? Что это за кучка машин? Мне не нравится, как я начал. Мне не нравится. Поэтому придется начать заново. Сальтушечку решил сделать, а хитрюга-то какой, хитрюга. Но я тебя пока что опередил. Эй, приятель, ты меня обогнал. Ну так нечестно. Ух ты! Ух ты! Ай-яй-яй-яй-яй, было опасно, ребят, и все еще опасно, поэтому газульку вообще нельзя трогать, сейчас как начнет нас винтить. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-бамс! Отлично, было красиво. Красивый финиш, но, к сожалению, я даже Лешку не обогнал. 49, представляете? Слабо. Красиво, конечно, но слабовато. Придется нам как-то... сократить еще 2 секундочки, как-нибудь да сократить. Не знаю, получится у нас это сделать или нет. Да блин, да как ты меня здесь обгоняешь? Так, я перезапускаю заново. Вот если вот в этом месте нас он не обгонит, то, ребят, у нас будет шанс приехать нормально так с... за короткое время побить рекорд. Лёшки это 100% побьем. Ой, тормознул. Я что-то сделал не так. Да. Ну, поиграйте сами, попробуйте, ребят.
Потом напишите в комментариях, как вы это вообще делаете. Вот, ну, не все так просто, на самом деле. Не все так просто. Я же говорю, если вот здесь мы не отстаем, то все у нас пойдет нормально. Но, к сожалению, мы отстаем, представляете? Ну, отстаем и все, вот ничего не поделать. Давай, блин, вот здесь зря, конечно, газ нажал. Наверное. Ух ты, ха, трубы. Так, подожди, 47.66. Есть, я побил время Лёшки Хача. Отлично, забираем еще 100 G монеток и смотрим общий результат. 47.66. Ребят, ну здесь я получше проехал, 148 место. А самое худшее время 1746 место, это за 3 минуты кто-то ехал. Ну, серьезно, что ли? Ничего себе. Вот это он дал. Так, продолжаем. Продолжаем. У нас остается еще последняя. Подождите, последняя. А, нет, еще снег-рывок. Снег-рывок. Ребят, ну что, предлагаю этим всем заняться уже в следующих выпусках. Так что, если кто не знает, что это игра, за игра, в принципе, можете ее скачать. Называется она Hill Climb. MMX Hill Climb. Да, вот так и называется. Либо MMX Hill Dash. Так, ребят, ну это создатели те же самые, что и Hot Wheels Race Off. Так что, ребята, советую. Причем эта игра, по-моему, вышла раньше, чем даже Hot Wheels Race Off. Так что, друзья мои, советую скачать и поиграть в нее. И пишите ваши впечатления, кто, где, может, даже кто-то напишет свой результат. Я посмотрю, зайду в игру и посмотрю, на какой трассе... Короче, пишите в комментариях, на какой трассе вы поставили какой-то рекорд, на каком месте вы находитесь. Мы просто зайдем и посмотрим, врешь ты или нет. Так что, такие вот дела. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Да, кстати, жмакайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Соответственно, делитесь этим видео. Всем удачи, увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока.